вот это место на центральном пляже и там, где сделали новую дорогу с мостом, мне очень напоминает Францию. А именно район Кан, Монтельона, Деуля. Здесь широкий белый пляж, очень хорошо оборудован. Смотрите, лежаки, зонтики, душ с пресной водой. Можно после купания в морской воде ополоснуться. И кафе по всему берегу, где можно выпить коктейль прохладительный, слушать музыку. Вообще все удовольствия, классно. И теплое море. И сегодня 29 градусов. Прибалтику ждет. Всех приглашаю в Калининградскую область. Я считаю, что одно из лучших мест для отдыха.